Вот это реально оригинал, блядь, все, сука, в оригинале тут. От суставов есть, от геморроя есть. Максимальный обзор, братан, какие еще новинки у вас тут есть? Есть вот такая вот штука для суставов. Это от суставов, кто работает грузчиком, бабушки, дедушки, взрослые, да? Креатин, разных вообще видов. Вот есть такой комплексный креатин. Есть креатин, обычный моногидрат. Протеин. Есть такой вот изолят для любителей, там, кто хочет набрать массу, кто хочет похудеть. Ну, у меня есть подписчицы, девушки, там, по 150, по 200 килограмм. Что ты можешь для них посоветовать? Сейчас весна, лето. Лишак, чтобы они чуть-чуть скинули. Скин, да, вообще не вопрос. Карнитин. Добавляем еще вот такой вот жиросжигатель. И все. Минус 200 килограмм за неделю просто. Также скажи, что это все есть отправка по новой почте. В каждом районе. На Таирова есть, на Черемушках есть, на поселке есть вот эти магазины. Покажи, как магазин называется. Как вас в инстаграме искать? Крокос.ua. Мы прикрепим обязательно эту информацию. Там один инстаграм. А это что такое? Это батончики. Кстати, если надоела шаурма. Да. Шаурма уже, я понимаю, в печенках сидит. Офигенная замена. Бутонов просто уйма. Тут хватит просто. И все это находится в районе привоза, ребят. Екатерининская 60, угол Базарная. Базарная, Успенская, пиздец. Возле привоза АТБ, чуть-чуть дальше АТБ. Максимальный обзор, блядь. Слушай, сейчас попробую. Если это хуйня, братан, я скажу, что хуйня. Знаешь, как я проверяю, хуйня или нет? Шаурму берешь, если она воняет кислым молоком, это хуйня. Вот сейчас я открыл. Блядь, шоколад такой. Вкусно. Нормально вкусный шоколад. Вкус вот это, знаешь, есть такие шоколадки, вот это, в этом, в Рошене продаются такие по 14 гривен. Да, да, я понял, но там много сахара, здесь сахара минимум. Это для людей, которые хотят вот, без сахара. Также еще новинка. Для девочек, кожа, волосы, ногти, у кого там сыпятся волосы, кожа какая-то такая, не такая. Тут есть коллаген, гиалуронка, она притягивает молекулы воды к коже. Кожа будет блестеть, сиять, будет самыми красивыми. В связи с последними событиями в городе, от обстрелов не могут уснуть. Вот, опять, магний. Очень круто успокаивает нервную систему, мелатонин. Поможет вам наконец-то уснуть. Слушай, я в ТикТоке сижу, блядь, до 3 часов ночи и потом просыпаюсь в 2 часа дня, нахуй. Что ты можешь сказать? Да, вообще не вопрос. Я уснул, нахуй. Я бы посоветовал мелатонинчик. Одну капсулу перед сном прям натощак закинуть. И что, ты будешь спать? Вообще как убитый. Максимальный обзор. Также омега, различные, разные концентрации. Немецкая, там есть американская, есть венгерская. Просто, блядь, в двух словах, магазин ебанутый. Все, блядь, какое-то американское, блядь, еврейское. Это чье? Это Америка. Это чье? Это Польша. Это чье? Это Великобритания. Ебануться! Есть вот такие энергетики без сахара, без красителей, с кофеином. Вот взбодриться вообще огонь. Пишите, звоните. А может еще номер телефона скажешь? Номер телефона... Кто-то увидит тебя, захочет серьезные отношения тебе предложить. Я, к сожалению или к счастью, занят. Срач, комментарии где? Лайки, дизлайки, комментарии, срач.